воскресенье, по прогнозам синоптиков, в наш регион придет неожиданное похолодание. 29 июля в Сарове пасмурно. Утром плюс 20, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью плюс 18. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде мало облачно. Утром плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, плюс 21. Днем до 25 градусов тепла. Ночью плюс 19. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.